Юго-западные электрические сети – один из крупнейших филиалов «Кубанэнерго». В зону обслуживания юго-западных электросетей входят Анапский, Новороссийский, Абинский, Крымский, Геленджикский районы. Для обеспечения электроэнергии потребителей льготной категории «Кубанэнерго» строит, реконструирует за счет выпадающих доходов трансформаторные подстанции и линии электропередачи. К льготной категории отнесены потребители с разрешенной мощностью не выше 15 кВт, а также с расстоянием от границ участка до электрической сети необходимого класса напряжения не более 500 метров для сельских жителей и 300 для горожан. Данная трансформаторная подстанция изготовлена в герметичном исполнении и отвечает самым современным требованиям. Энергообъект снабжен устройствами заземления, защиты от перенапряжения, релейной защитой, грозозащитой, обеспечивающими их безопасную работу. Воздушные линии электропередачи смонтированы самонесущим изолированным проводом. Он исключает возможность коротких замыканий и несанкционированного потребления электроэнергии, обеспечивает высокую надежность электроснабжения и безопасность населения от поражения электрическим током. Эти работы позволят улучшить качество и надежность электроснабжения более чем 1000 потребителей данной станции. В целом, в прошлом году наша компания выполнила ремонт более чем 40 трансформаторных подстанций, более 59 километров воздушных линий и более 3 километров кабельных линий. Планы на 2016 год – это ремонт 50 комплектных трансформаторных подстанций, строительство и реконструкция более 60 километров воздушных линий всех классов напряжения. «Кубанэнерго» уделяет особое внимание информированности своих потребителей о предоставляемых услугах. Во всех филиалах компании функционируют центры и пункты обслуживания потребителей, которые предоставляют услуги по принципу единого окна. Наш город не исключение. Прием заявок, выдачу документов, консультацию специалистов, представителей бизнеса и жителей Анапы могут получить в центре обслуживания «Кубанэнерго» по адресу: город Анапа, переулок Строителей, 5, и по телефону 8613 356 672.